Привет всем! Сегодня будем с вами печь пирог с заварным кремом. Для заварного крема нам понадобится яйцо, молочко, крахмал кукурузный, потому что на кукурузном вкуснее будет. Можете добавить и картофельный. Сахар, цедра одного лимона, сливочное масло и сок лимона. Вот одна столовая ложка. Вот, ну, приступим. Наливаем в сотейник молочко и включаем плиту. Поставили молоко на огонь. Мы будем его не кипятить, но почти до кипения доведем. Но не кипятить только. Мы в яйцо добавим сахар, соль я добавила сюда, крахмал добавим, вот, добавим, ну, яйцо, сахар, крахмал и соль. Все здесь перемешаем сейчас до однородной массы венчиком. Вот такая масса у нас получилась. Кидаем в молоко цедру лимона. Ее было сразу прям надо было кинуть, я забыла. Прогрелась, почти что закипела. Часть молочка немножечко добавляем в яичную смесь и интенсивно вот помешиваем. Вот так, вот так, вот так вот. Сотейник на огонь. Вот с оставшимся молоком вливаем яичную смесь туда. Вот так вот. Вот. И постоянно помешивая сейчас, доведем до кипения и будем варить заварной крем. Вот крем наш начал густеть уже. Вот так вот. Он быстренько густеет. Крахмал же ведь здесь. Теперь добавляем сливочное масло. Вот, и размешиваем, чтобы оно здесь растворилось. Теперь добавляем лимонный сок. Перемешиваем. Смотрите, какой крем красивый получился. Такой вот однородный, красивый, густой крем. Заварной крем мы накрываем пленкой прямо в контакт. Вот так вот. И оставляем до полного остывания. Готовим формочку диаметром 28 сантиметров. Вот я положила сюда бумагу, смазала растительным маслом. Видите, я сделала борта большие, чтобы мне пирог доставать было удобно. Вот так вот. Будем делать тесто. Для этого нам нужны яйца. Вот здесь же соль, щепоточка у меня. Растительное масло. Разрыхлитель. Ванильный сахар, если у кого есть экстракт, лучше, у меня нету. Сметана нужна и сахар. Вот. Сейчас я в яйца добавлю сахар. Добавим. Ванильный сахар добавим. Да, еще мука нужна, мука. Сахар, ванильный сахар, соль здесь. Сейчас будем взбивать до пышной массы. 3-4 минутки. Теперь добавляем сметану. Добавляем растительное масло.
я добавила муку с разрыхлителем. Просеяла вместе вначале. Вот. Сейчас будем на маленькой скорости добавить. Разровняла тесто. Теперь вот у меня в пакете крем. Я кончик удалила. И будем делать, наносить будем крем на тесто, делая бороздки. Вот, вот так вот. Немножечко вот туда вот. Так будет пирог нежнее. Вдавливая. Дорогие мои подписчики, вот такой пирог получился. Вот, вот этот крем вот, вот в середине. Вот за счет этого крема очень нежный пирог. Можно насыпать немножечко сахарной пудры. Вот я насыплю пудру сахарную. Вот так вот, немного. По желанию. Украсить можно. Можно сюда, вот у меня сегодня не было их, хлопья миндаля. Вот красиво тоже бывает. Вот такой пирог. Сейчас разрежем, покажу вам. И нежный. Вот какой вот. Очень нежный. Спасибо вам за просмотры, за лайки, за комментарии, за все спасибо вам.